от всего сердца спасибо вам, героям нашего времени. Спасибо вам, друзья! В последние месяцы врачи в сознании людей – этакие супергерои без плащей. Их не устают благодарить и поддерживать всеми доступными способами. Предприниматели делятся своей продукцией, обычные люди снимают мотивационные ролики, депутаты и представители власти тоже не отстают. Вручили подарки и провели красочный флешмоб для сотрудников Химкинской областной больницы. Соблюдая социальную дистанцию, добровольцы выстроились в ряд, держа в руках деревянные сердца с буквами, которые сложились в благодарность «Спасибо врачам». Знаю, сколько сил тратится на эту борьбу с этим невидимым практически врагом. Еще раз примите самые искренние слова признательности. Но просто приятных слов недостаточно. Чтобы поддержать врачей в это нелегкое время, им вручили наборы для чаепития. Всего депутаты собрали порядка 400 продуктовых наборов. Здесь чай, кофе. Но мы уже видели конфеты, сушечки, печенюшечки. Насколько вас сейчас мотивирует и придает тонусу такие знаки внимания? Это очень приятно, что про нас не забывают. Я работаю в этом корпусе, да, с ковидными больными. А в мирное время с больными с кардиальной патологией. Это не одноразовая акция. По словам главврача Владислава Мирзонова, власти на регулярной основе поддерживают сферу медицины. В рекордные сроки корпуса были переоборудованы под инфекционные отделения. Медиков снабжают всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты, а иногда и такими приятными подарками. Спасибо вам всем за то, что поддерживаете, за то, что понимаете, насколько тяжело медицинским работникам приходится, но это наш долг, и мы его исполняем. И вот такая поддержка, это является лишь, знаете, вот поднятием тонуса, придает дополнительные силы. Не обошлось и без творческих поздравлений. Для всего медицинского персонала областной больницы выступила участница шоу «Голос» Екатерина Кузина. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.